В Мурманской области на полигонах мотострелковой бригады Северного флота приступили к практическим занятиям по вождению боевых машин. Тренировка проходит на специально подготовленной трассе. Для усложнения упражнения маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями, колейным мостом, противотанковым рвом, миновзрывными заграждениями, подъемами и спусками с разными углами наклона. Основная техника, на которой механики-водители отрабатывают навыки, это транспортер МТУБ и танки Т-80. Такие занятия направлены на совершенствование профессионального мастерства военнослужащих, позволяют им закрепить навыки эксплуатации машин, а также применять опыт своих товарищей, приобретенных в ходе ведения боевых действий.